Сама ноль, пусть выйдет. Или Хэлла Ой, надо я. брать. Хэлла получше? Да, берите бидончика. Пусть попробует. Хэлла не хочет просто. Да не, я слушаю просто. В этот блудняк вписываться. Мне интересно, как вы там общаетесь. Вы такие интересные, блядь. Все вроде договорились. Да, про... его просто не было пару дней, и поэтому он не в курсе. Этот. Погнали дальше, потом разберемся. Читать надо уметь. Как сказал, так и будет. Ну, как ты сказал. Так что, кроме кольца выпало, можно узнать? Стапы, танковское тело, скрыт меткость и кольцо на кастера. Будет, постоишь справа один. А, или нет, ДКшку тебе дам. Ну да. Тогда Войт, Савелаши, вы справа. Рарник, ты стоишь слева, Соленова. Или да. Пусть будет так. Это, в чем суть моей задумки? Эвилаша, твой моб, который приходит, ну, со ступенек, то есть звездочка. Но загвоздка в чем? Если это этот фанатик с мечом, и он бежит ножками, не зерга его, ну, в смысле, не гриппы, он до тебя добегает, ты его аккуратненько ставишь, чтобы он кливом всех не пошотал. И все, ты оставляешь свой грипп именно на каст. Это важно. Holy Drink, стоишь слева. Вы вместе с Рарником по очереди сдаете станы. Рарник первый каст сдаст станы. Holy Drink, твой каст второй. И также этот, Войт, также к тебе. Тут один единственный этот парень, который милишный. Остальные два кастера. Ты никого тоже не гриппаешь. Типа твой грипп на этот, скажи. Мы меняемся, танки меняются. Твой грипп будет на каст. Поле пал. Это после того, как, ну, во второй фазе говорит рано, это потом. И все, когда остается доля секунды, секунда-две до контроля, я буду это анонсить, я буду говорить стопать АУЕ. То есть вы не стопаете весь дымак, вы просто стопаете АУЕ. То есть останавливаете там бури, вихри, всякие там возможные семечки и прочую всякую шляпу. Соло долбите, без всяких цепнух и прочей фигни. Да, еще момент важный. Совы. Пристабов. Вот вы видите, когда будет сдаваться контроль над разумом, вы сдавайте свой звездопад заблаговременно, чтобы во время того, как наши чуваки там в контроле бегают, вы их звездопадом не пизданули нахуй. Да звездопад не сложно. А, Рарник не танк? В смысле, кто третий танк тогда? Рарник, давай, только ты сможешь это сделать. А, этот... тут Holy Drink. Holy Drink. Ну ладно. Это... Повтори еще раз, 2 ДК с какой стороны? Вы ДК вдвоем справа и свои гриппы оставляете обязательно на касты, то есть на это теневое мученичество. Слева будет Holy Drink на первый каст, Рарник на второй каст, ну и что, наверное. Моб с лестницы будет стоять кастовать звездочки? Его никто гриппать не будет, или салон? Нет, с лестницей Эвилаша, я объяснил, это Эвилашина задача будет. Ага. Если этот Эвилаш, если кастер будет на лестнице, ты его гриппаешь. Если бегущий паренек, то ты его просто тянешь до себя и все. И держишь. Остальные... Что у нас, как у вас там по меткам совы? Назначь этих друидов по меточкам. Квадрат, все квадраты, Вадикон твои, Синтек твои все треугольники, Азиван, Дискот твои все луны, полумесяцы. У меня это вихрь 20 метров, я могу не успеть добежать. А ты трэш будешь бить, Дивандис, не переживай. Это не я. Нет, это Синтек. Вот мне говорят, типа, вихрем, а у меня вихрь 20 метров. У нас сова же есть там, можно, может, сову возьмем. Да, у нас Вадикон с совам. Все три друида в рейде. Так что не переживайте. На босса пойдет только... История, наверное. Ну и три разбойника вот топа, история и спирит. Остальные все босса, ой, все в трэш бьют. И у кого у локов есть стан там, вот этот выносим, как я говорил, этот лики судьбы, или как эта хрень называется, первого левела, мгновенный эфир. Все это используем, не рассчитываем на друидов. Два носка на своем полиморфе тоже делает вещи. Не, энхи тоже трэш бьют, все трэш бьют, кроме трех разбойников. Все готовы? Блять. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это
место станет вашей могилой. Хорошо. Приверженцев первых. Приверженцев обязательно первых. Вот и черепок поставил. Дартова на палубу пустил. И фанатик. Фанатика тоже пал поймать. Ты справишься. Поприверженцев. Вот. Вольно. Водикон подними 20к. Контроли. Отдали контроли партии. Стопнули. Охуенно. Фанатик слева еще живой. Фанатик справа живой. Центр подними, мурала. Собака убить. Повернитесь. Боже, что за кошмар. Приверженцев сыграли все, все, все приверженцев играют. Активные, активные приверженцев. Забыли про фанатика. Приверженцев играем. Этого заливает, этого. Слева заливается трэш, тоже слева никто не бьет. Давай, давай. Ребята, я слева один буду трэш хуярить или еще кто-то подойдет? А я. Каст. Хорошо. Контроль. Ай-яй-яй. Больше, больше, больше по трэшу. Больше никто босса не бьет вообще, пока трэш живой. Только разбойники сидят там. По фанатикам. Все. Милики ждут трэш. РДД в босса. Трэш выходит. Сыграли. Это холидринг поймай обязательно фанатик. Кастера вообще насрать. Ты его до него не должен отвлекаться. Его зальют за секунду. По приверженцу. Вот-вот приверженец стоит в черепке. Не надо фанатика бить. Забили, забили приверженца. Быстро. Все, бьем трэш. Трэш бьем. Викторка, повернись. Побей трэш, пожалуйста. Вадикон тоже трэш побей, он живой же еще. Повернитесь, парни, я не хочу называть отдельно. Не важен ваш ДПС босса сейчас. Трэш сыграли, опять в трэш играем. Опять поприверженцу. Каст. Пошки тащите. Все хорошо. Забери там сражника. Законтроли. Законтроли. Законтрольте локал. Люгончик, хорошо. Приверженцев. Не надо бить фанатика. Вон черепок стоит, приверженцев. Фанатика чуть глубже, правда. Повернитесь, алло, направо. Залейте трэш. Не надо, что, орать надо? Алло, прием. Трэш живой. Не надо бить босса. Твою мать. Теперь в босса. И опять в трэш. По приверженцам играем. И контроль стоп на левые. Че, обманули? За контроль. Сука. За контроль. Фанатиков, энхи диспельте, пожалуйста, за лупу, которая энхилится. Виктор, потом это, трэш живой. По трэшу сыграли, по трэшу. Даже Викторка все играют, и Викторка тоже играет по трэшу. Все. Да я с удовольствием сыграю по трэшу, арава демонов нет, господи. Я вижу, что ты в босса кастишь, что ты мне тут теряешь. По боссу, по трэшу ты все играем, по трэшу, по трэшу, по трэшу. Зевандис, подними лог мистер Ланд. Есть иннер или еще что-нибудь? Ник называйте. 2к. Это бидон дай тотем. А Геншин пусть гим дает. Что тогда? Вадикон дай по... А все, в принципе, нормально. 4 ляма, 3,5 ляма, после этого трэша бьет. Да. По трэшу все свечнитесь, по трэшу. Надо по трэшу свечнитесь, пап. Он вышел, его надо забить. Сову, сову законтрольте. Верните сову, Локи. Локи, верните сову. И по трэшу, смотри.
Приверженцы. Не надо босса бить, босс. Быстрее, Трэш. Мы не переведем. Еще один трэш, значит. Ничего страшного, мы никуда не торопимся. Все свичнулись в трэш. Разбойники там останутся. Пока не переводите, не переводите. Бросьте босса, разбойники. Топорники. По приверженцам все сыграли. Можете Геру дать. Дайте Геру. А, гражданник. Убьет кого-нибудь. Парни, Геру дайте. Геру. Шаман, Геру. Бидончик, ты тут на Дискорде? Дай Геру, алло. Понимаю. А, в контроле, все, понял. Ну, без Геры, значит, без Геры. Каст, парни, сбейте мученичество. И все, и босса переводим. Босс. Залейте фанатика. От босса. И в трэш. РДД трэш добили. Все. Трэш. Трэш добили, трэш. И РДД в трэш сыграли. Приверженца первого. Контроль отдается. Трэш играем, трэш. Все, духи вылезли. Духи появились на площадке. Готовимся. Вводим. А еще не появились, сейчас появятся. А вот, не понял. Дух появился. Три духа. Бегаем. Двигаемся, смотрим вокруг себя. Не в ротацию, вокруг себя смотрим. Паладин, ты на трэше, да? Два ДКшки на боссе. Духи опять появились. Смотрим на площадку. Фанатика, добить, а? Слева. Избегай на эту сторону. Уф. Духа поймали. Ложимся. Я убежал духа из рану, ГП с истории, и еще раз сложимся. Еще разок. Дух прям под боссом появился и сразу лопнул. О, да, бывает такое. Надо просто это отбегать прям. Вот эти сопли, которые в босса летят, отслеживайте их. Прям, надо прям давать в два раза меньше ДПС, но больше смотреть по сторонам. Вот это важно. Ну, типа, смысл от ДПС там 10, 20, 50 ты даешь. Один дух и рейд кончился. Даже с этим патчем их не вижу просто-напросто, этих духов. Ну, их очень плохо видно, да. Есть, говорят, какой-то мод ставят, когда дух цвет меняет. Ну, то есть... Зеленый ходит. Ну, там большой и зеленый, да. Сейчас я вам скину этот файл. Ну, это потом скинут, вот, на следующий рейд поставьте, кому не видно, будет удобно. А, типа, дух цвет, да, меняет? Ну, да, там как-то визуально его меняют. Он, во-первых, светло-салатневый такой и здоровый становится. Его не заметить, это пиздец будет. Что привело тебя? Я просто не вижу. Перерывчик уебать, пускай поставят, как надо. Да нет. Там кто-то не так хорошо обращает. Это будет долго. А ты в Дискорд это скинешь? Да, сейчас я в Дискорд скину. Подходите к боссу быстрее, еще разок, понял. Так, этот Магастинки. Самый... Вивилаша. Этот, те запы нужны эти? На танк. Я же уже брал в прошлый раз. Ну и там грудак с крит мастер... с меткостью критом. Не знаю, кто это носит. АДК, ретрики. Не знает. Надо кому-то. Вот эту хуйню. На расплыл. Тема, куда его запихивать, этот файл? Да, смотрите, мы же за 10% кому надо там. 10% 40. А, бабка дата. А, ру-ру. Подходи, Рад. Подходи, ждем тебя. Там по вихрям нормально вихри появляются? Синтек, что, у тебя промахов нет? Ну, все хорошо, по-моему, было. Контроли были.
Почти никто не умер. Да, там в целом только можешь напомнить метку, а то я что-то вроде кастую, а на ней уже вихрь. Вадикон квадрат, и ты треугольники, Зивандис луну. А этот мистери вздыхал много раз, это что у него там было? Три фанатик. Раза. Фанатик. Приверженцы, только... убей мистери. Фанатик, что-то не понял. Мистер Лейдон демон, а нет, Дестер. Что-то как вообще можно умереть Дестером от фанатика? Что-то не понял я, ладно, это. Там готовы? Холи Дринк, взят. Малефисента, или Малефицист. Да ёлки-палки, еще, Вадикон. Еще один, это... А что с этим, как этот пачку? Ты бы просто кинул это... в пачку даты, да? Ты ник сокращенный. Не, не в пачку даты, дата. Пачка дата, ру-ру. И там ты патч увидишь, там тоже есть такие XZ, что-то какие-то. О, в руру закинуть, да? Да. Ты сам руру открой, там увидишь патчи, тут похоже на это. Это, парни, давайте, вас 23 тела ждут, давайте сейчас пульнем. Если прям совсем все плохо, мы обратимся к Адону. Но без этого же тоже убивают. Все. Все здесь, пулять. Это, карга, может, по мистер Лэнду. Мистер Рила. Короче, по локу повешай, СС. Трэш сыграли, по приверженцам играли, все по приверженцам играли, все. О, сейчас контроль будет, баблы должны быть скинуты. Там это, надо бы законтролить паренька, собаки. Шо? Мистер Элэн, по кому СС? Да не надо ни по кому, по приверженцам в трэш сыграли. Все в трэш сыграли, в трэш, все развернулись, все играют в трэш. Приверженцев первых забили до смерти. Отверни фанатика от нас, Полидринк, поймай фанатика. Рано, если ты из этого срываешь, и стопнули АУЕ. Трэш сыграли. По приверженцам справа. По приверженцам справа. За контроль. Баф с него забирайте, пожалуйста, с фанатика. Он хилится. Это, спирит, у тебя что, галочка не стоит на снятие? Стоит в ДБМ, все стоит. Кинжал. В КРХМ на погибели заметил, потому что не работает. Блять. Адикон, подними этого центра. Трэш, приверженцев сыграли, бросили босса, все. По центру накинули, иннер ему сверху залить. Касочку пристабав по эрдру. По приверженцам сыграли, все играют по приверженцам. Сейчас МК будет, ой, контроль будет. Туемся. За контроль свои цели. Хила не надо контролить, двоих надо остальных. Всю пятую пати, если их берет в контроль, можете их вообще не трогать. Просто не убейте и все. И босс. Диспел страха с Геншина. Я ничего делать не могу. Ферневое диспельните кого-то. Это, лови фанатиков, Холидрин. Фанатиков, не отвлекайся на приверженца, не трать у него свои скиллы. Кису прохильни, где ты умираешь? Контроль. Сейчас идеальный трэш, просто можно сказать. У нас остается уже 8-9 секунд даже остается до трэша. Шикарно. 3 секунды, готовимся трэш. Трэш, приверженцы. Чё? Больше трэш. За контроль. ДЦ не надо, остальных надо.
О, не убейте ДЦ, нахера ты по нему пайку всадил, алло? Ой, корки, конечно. Опять же, диспел с ДЦ. Геншин Джуниор. Еще один трэш, и мы будем переводить. Бьем по боссу пока. Все, в трэш свечнулись. Приверница, бьем. Справа много приверницы, надо справа свечнуться. Все фанатики справа, ой, слева остались, бросили их и по приверницы. Забери, Вилаш, я пойду босса ловить. Босса переводите. Не успеете, два ляма, бейте. Еще одних. Не торопимся. Красиво переведем, чисто. Нет, давай будет. Еще трэш. Конечно, еще трэш. Нет, давайте не торговаться. На пятихаточке там стопните, разбойники, если вдруг допустится. Уже 700. Стопнули по боссу. По боссу стопнули все. Ждем трэш. Трэш сыграли все разбойники. Наверное, тоже. По приверницам даванули. У нас еще времени полно, 30 секунд. Трэш залили быстро. И законтролили людей. Два хила не убейте, только двух хилов, пожалуйста. Добиваем весь трэш. Каст бейте, ретрики, танки. Били каст. Первый на пулы. А, у тебя КД, да, тоже где. Есть, давай. Все хорошо. Вот сейчас ротацию это слева, паладин. Лови трэш. Полидрин, давай. Отворачивай всех. Под фанатиком, под морду не лезьте. Приверженцев сыграли, все РДД. Появились духи. Смотрим на площадку. На площадку смотрим. И по приверженцам играем. По приверженцам. Надо трэш убить. За контроль. Блин. Ничего страшного. Нам смотрим на площадку, не отвлекаемся. Не отвлекаемся на смерть. Все, холи дринг, давай на другую сторону. Все, играем, смотрим. Следующий дух, на Вилаш. Напуливайте на Вилаш. Ранник танка лежит, да, у нас? Не-не-не. Нет, он в танке, это... Собирай фанатиков. Фанатик убежал. Холидрин. Играем дальше. В трэш сыграли. Т4 отдай, будет. Уже когда? А, понял, ладненько. За контроль своих. Духи по площадке бегают. Смотрим по сторонам. Кас сбили, леди, алло. Хорошо. Духи. Постоянно духи появляются, постоянно бегают. Милики, вам нужно отбежать будет, если появится прям там. Вот в милизоне два духа в милизоне. Отбежали, смотрим, куда они идут, не к вас. Все хорошо, бьем дальше по боссу. Добейте фанатика. Ты можешь прям с ним отбегать, не жди, боже. О, ловить. Фанатика поймай, главное, поймай фанатика. Следующий на войду на пулы. Приверженный здесь. Этот водикон, а у нас нет. Финал, знаю. Класс. Опять духа поймать. Геншину и мистер Лэнду ГП, да? И все, ложимся. Этот, Холли, остается один фанатик. По ступенькам его оттаскивай. Где-то секунд остается 10, там 8 до следующей. Не жди, не стой там до Талова. Приверженцев забили. Эти фанатики бегают, ты перебегай. Не жди никого, собирай трэш. Мы потом его догоним. И это. Смотрите на площадку внимательно. Станьте РДД рассосанно и смотрите на площадку. Не смотрите в ротацию. Наша задача сейчас просто упереться в берсу. 25 человек. Чтобы мы все живы были. После этого мы уже пойдем, будем ухищрение там и так далее, уже вжаривать там. Главное, просто выживите и смотрите по сторонам. Добрались до берсы, все живы, это победа. Значит, уже все, в этой среде можно спокойно стоять, бить на релакс. А что будет на берсе, что-то не понял. Мы сдохнем на берсе, но... Просто он говорит, что вы выживете. Все научатся просто, и все. Поэтому не надо торопиться. Смотрите, чекайте. Я думаю, все-таки ставьте патч на духов, потому что вы их не видите. Ну, думаю, это уже правильно. Куда его скинули?
Костя, ты, кстати, поставил. Мало, на второй фазе очень мало людей этих мобов бьет, очень мало. Сейчас приверженца сливал я и какой-то хантюля. Да это не страшно. Типа, один пак живой был, и это не критично, это вообще похер. Вот если там засралось бы там 2-3 пака, вот тогда да, было бы тяжело. Они стакнутся, у нас из-за этого два фанатика жило просто не весь сколько времени. Я вот к чему говорю. Это тоже не страшно. Это не критично. Ну, типа, да, это плохо, мы сейчас на это акцентируем внимание, но духи — основная проблема. И ты куда скинули патч? Посади ретриков и варов, чтобы они вообще нон-стопом типа хуячили на второй фазе просто по трэшу. Ну, так и будет сейчас. Только это, дайте протопалу поймать. Ты такой интересный, Геншин. А что, у тебя совсем хуёво? Ну да, блядь, у меня вообще... Я нахуй не могу... Чё не, ну без... раз это плохо. Чё мы без ДЦ будем скачать. Делать? У этого же вроде был Магнуса. У Магнуса ДЦ? У него точно есть ДЦ? У Магнуса вообще не готов ДЦ для Геры. Вообще никак не готов. Считайте, что его нет. Как этот патч поставить? Типа, я вот закинул его в папку data.ru.ru. Ставил data.ru.ru и перезапусти клиент. И все, а ничего не надо. У меня ничего не произошло. Тоже. Он удалился из папки. Там лучше, там нужно через run запускать. Вы не должны через launch. Сейчас я, сейчас я покажу. Да, без разницы. Сейчас я покажу, как патч запускать. Скиньте ссылку на патч во флудилку. Там без разницы, как запускать. Там надо поменять в настройках у него в свойствах. Вот, что, пошли? В свойствах надо что-то поменять, точно. Нет, пошли тогда этот Magic Rule Helm, что ли, добьем. Что-то на целка похуй тогда. Ну, без ДЦ это, ну, типа, это просто на время потратить. Когда у нас ДЦшка делась? Хуёвая, хуёвая ему стало. Бывает. Хуёво, сам болею, может, ему хуже. Это изначально было хуёво, а не стало. Сейчас... Так что ничего страшного. Не сегодня, так в среду умрет он. Но уже лучше, уже видите. Завтра вы... настраев не будет или что? Ну, не знаю, смотрите сами. Это просто ну, обратите просто, внимание. Покажите, как его ставить. Прошлое КД, это КД. Прогресс-то есть. До второй фазы уже доходим сейчас стабильно. Ну и почти все. Поставьте все патч, блядь. Тут духов видно. Это я не знаю, как в них упороться можно будет. Скиньте во флудилку кто-то ссылку. Что я там до сих пор скинул. А, в гостинке есть. В гостинке. Ну что там со свойствами надо делать? Свойства, только чтение, галочку поставить. В патче в этом? Да, то есть ты ПКМ вот нажимаешь на эту... Можно портал... На этот файл уже как бы когда в игре. И в свойствах нажимаешь только чтение, чтобы игра не пыталась его изменить. Че вы там, ГМ-ХМ хотите донести? Ну, это так, предложение. Вернее, пронести. Давайте, это кто без КД на ГМ-ХМ? Оставайтесь или на твинов заходите, если получится рейд. Сейчас. А тот ГМ нельзя донести? Да, там один босс остался. На твинов заходить? Это который последний не добили, что ли? Да. Не. Нет, он говорит с нуля. С нуля, который хотели, второй. А нам расходиться, да, вот? Все уже. Но у кого ДЦ есть? У нас ДЦ нету. Ой. Ой, у нас что-нибудь будет? Где там расходиться? Ой. Или на замене сидеть какой-нибудь там, не знаю. Хули дринк. Ага, спасибо. Это ты этот самый кулинарный все продал? Это я типа кулинар. Да я тоже на 5 персах эту хуйню, знаешь, сколько фармил? Вот сколько у нас открытия есть серв? Нет, это буквально сколько, ну неделя может. Ну а я там по 200, по 300 этой хуйни накапливал. И вот это самое закупил. Там рыбы я что-то прилично тоже закупил. Самой рыбы, из которой крафтить и крафтил. Сегодня он в банк набил. Ну чё мы там, идём к... Сейчас, свойства, безопасность. Куда еще там? Можно просто... Просто свойства и там галочку ставишь, только чтение. Но проблема в том, что когда будет обновление... Когда будет обновление клиента, вероятнее всего, этот патч будет оригинальным. И запись поставить. Оригинальным.
Там, по-моему, надо снять галочку с режима чтения, и сейчас тогда не будет перезаписываться. Да, это... Наоборот, поставить. Я наоборот поставил, мне все равно нет ничего. Сейчас, подождите. Сейчас я этот стрим включу, покажу, что там надо поставить. Сейчас я открою у себя эту хуйню. Дату. Ну, я духов вижу. Я не знаю, что у вас за проблемы, но у меня никаких патчей. Слышишь, взятый наш СФТ здесь. Может, пойдем молча? Не, потом... я тебя видел. А у нас скрепа нету. Не, если ГМ... ХМ с нуля, то лучше в ГМХМ. Ну или ГМХМ пошли. Вот открыл этот стрим экрана. Сейчас вот эта хуйня, да, туру, вот патч я скинул. Вот открываем свойства. Сколько там людей смотрит? Кому надо хоть? Вот 16 людей. Это самое. Открываем свойства этой хуйни. Потом безопасность. Вот. Потом нажимаем изменить. И у вас появляется вот такое второе окошко. Вот вы смотрите на эту хуйню. Здесь вам нужно что? Чтение и запись, по-моему, да? Вот эти две галочки поставить. Правильно я говорю? Алло. И у меня только запись стоит. У меня только запись. Вот делайте, как я это показываю. Чтение и запись. Ставите галочку. Запретить. Колонка называется запретить. В этой колонке напротив чтения и запись ставите галочку. Нажимаете ОК. Вы задали, иди нахуй. Принять. Ок, и все, нахуй. Ок, и все. Ой, ты личку глянь. Сейчас, ага, я... Где, в игре или где? Ага. А ты специи. Да, да, только на... Ну, я просто, я не знаю, ты имеешь в виду покупать где-то... Да. Только с... Нет, смотри, там с рыбалки... Да-да-да, с рыбалки падает и промокший рецепт. Бывает, даже два падает. С этой хуйни тоже. Ну, это... Ну, видишь, я последние годы... Последние полтора года перестал рыбалку делать, кроме трех квестов, которые в Далране обезручен, звезда и вот, по-моему, только эти два я делаю. Ну, короче, которые в Далране, а вот эти, которые, как они называются, вот это, блядь, густая кровь, вот это все залупы, куда летать надо, я туда пизду нахуй надо, а кулинарные все делаю. Это, что, давай я для него задержать. Ну, с КДшкой на груля магика ХМ ливаните просто с рейда или зайдите двинами, но перед этим ливаните, чтобы было понятно, сколько добирать надо. Никого не